Сегодня мы сделаем стильный праздничный венок из бумажных помпонов. Мы заранее подготовили картонную основу. Пошаговую инструкцию вы можете найти в одном из наших предыдущих мастер-классов. Нам также понадобится дырокол, декоративная лента, бумажные помпоны, сделанные своими руками, картонные звездочки. Для начала проделаем дыроколом отверстия по внутреннему и внешнему краю картонной основы. Звездочки станут акцентом композиции. Проденьте крафт в проволоку и скрутите концы. Длина получившейся шпильки зависит от размеров помпонов. Бумага тисью, из которой сделаны помпоны, тонкая и может порваться. Поэтому композицию венка мы будем выстраивать в обратном порядке. Вначале акценты – картонные звезды, затем основные элементы – помпоны. Определите желаемую высоту и скрутите конец проволоки. Подберем расположение следующей звездочки. Приложим помпон. Отлично! Фиксируем. Таким же образом крепим помпоны. Проденьте концы проволоки в отверстие и скрутите на обратной стороне основы венка. Чтобы композиция выглядела объемней, чередуйте помпоны контрастных цветов и разных размеров. Повяжем декоративную ленту. Подрежьте концы. Чтобы получился аккуратный V-образный срез, сложите ленту пополам и отрежьте под углом. Добавим еще несколько помпонов. Готово! Наш нарядный венок из бумажных помпонов и картонных звезд станет отличным украшением для вечеринки по случаю дня рождения. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и первыми смотрите новые мастер-классы с оригинальными идеями домашнего декора.